Рад приветствовать вас на, вероятно, заключительной серии «Террария Тропии» в моем исполнении. Заключительная пока что, потому что больше делать здесь нечего. Все боссы убиты, какие не убиты, просто показаны, рассказаны и надсмеяны, так сказать. Разработчики игры обещают выпускать всякие дополнения для этой игры раз в 3-4 месяца. И если такие будут появляться, то я, несомненно, буду запускать Террарию и радовать вас новой серией. Также в предшествии появления Террарии 2, которую я, несомненно, буду играть, если уж она совсем не будет какой-то отвратной. Это новые миры, опять прилетая не из космоса в космос, хотя Starbound уже это все сделал. Ну, не знаю, вроде Террария 2 все равно намечается. Поэтому я намереваюсь и в нее сыграть, когда она выйдет. А пока что морозная луна. У меня никаких шансов нету ее пройти. Это 20 волн всяких мобов. Ее можно пройти, только если включить на сервере увеличение ночи бесконечно. И это может занять около 40 минут. Понятное дело, что обычная ночь столько не длится. Посему я просто покажу, какое безумие творится. У меня до этого есть человечек. Моя любимая пушечка Мортир. Я ее достал из своего чуланчика. И посему призываю. Они идут. Here I come. Так. Пошла. Если из них выпадет какая-то прелесть, это будет хорошо. Хорошо. Пока они такие лошовые, поэтому я даже сам спешусь к ним, чтобы поприветствовать гостей. Вон человечки идут. Ой, сахарные человечки. Вы такие славные. Пока сердечки брать не буду, вероятно, если я продержусь эту ночь, это будет феноменально. Что уж там говорить. Такой рок, 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 Christmas rock. Что-то мало. Давайте, мобы, мобы, побы. Где вы, где вы? Какое-то слабое Рождество. Давайте. Сделайте так, чтобы я почувствовал пришествие, прошествие Нового года. О, они там внизу прыгают. Ха-ха, юродивые. О, интересно? Нет, не интересно. Может, так вы больше будете идти на меня? Come on! Come on, baby, let my fire! Давай, я свою мортирку припас для каких-нибудь елок. Come on! Где вы? Приходите же! Ну, я, конечно, сделал такое побоище, где поле для битвы, побоище. Где с двух сторон такие стены, поэтому... Эй! Тирей, где вы все? Я думал, в... О, вот вы. Тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики. Ой, хороша это, хороша. О, что это, дождь пошел? Ну, прям как будто про русское Рождество и Новый год говорят, да? Если не идет дождь, то нет Рождества. Отлично. Новый год с дождем. Что ж тут попляшешь? Эй, где вы? Злые мобы, которые атакуют меня и заставляют трепетать мои посохи все. О, наконец-то, зомби, эльфы, давайте, come on! Я еще не пустил в ход свое настоящее оружие, вроде шарка. Там какой-нибудь базуки гранатомета. Вот этой нумблстингер. Блин, должна же быть рубка какая-то, просто непрерывная. О, елка пришла. Хуликан, хуликан. Нет, не елка. Отлично. Вот вам по лбу. Бум. Отлично.
Хорошо так, гранатометик. Бух. И парни отправляются к своему Деду Морозу ночевать. О, начинается, я чувствую, а? О-о, я получаю дэмэдж начал, круто, круто. О-о-о-о-о-о, I feel good, yes. Сколько у меня там еще? Yes. 1000 гранатомета. Yeah, массовое уничтожение гномов изобретателей. Бух, бух, человечек. Мой стингер, фингер. Ну, будет еще луна какая-нибудь. О, надо сердечек взять немножко. О, елка там внизу, какой бред. И как мне ее по-вашему убивать, а? Если елка внизу. Бредато! Бредато! вот он там стоит. Не, вероятно, я даже эту ночь смогу пережить. Печалька, я думал, получится какая-то месиво. Месиво из тел разлетающихся по краям карты. Ту-ту, это Рождество пришло. Надо как-то так кричать, наверное. Но оно уже прошло. Ти-дин. Снеговик там, ой, елка там бесчинствует внизу. Так что ко мне идут только ложки какие-то. О, третья волна. Может, кто-то придет летающий. Yes. Наполнит мою жизнь динамикой. Пятая волна. Не круто, то есть, ну так, не круто. О, наконец-то там кто-то на колесе обозрения у лондонском. Хорошо, хоть гранатомет не убивает моего верного. О, наконец-то. Ёлка-приколка пришла. Пока, ёлка-приколка. О, как вас много. Надо бафнуться. Бафнуться и похилиться. О, oh, yes. Хоть одну я смогу убить. Хлорофитовые патроны. Вы моя отрада. Конечно, пушки. Когда пушкой пользоваться, не знаю. Опа, дайзи. Хоть одну елку я убью. Я убью елку или нет? О, похоже, сейчас. Опа! Блин. Похоже, даже я своей мортирой не воспользуюсь. Сортирой своей. Ну, как они там в яме тусуются, а я тут прыгаю, летаю. Вообще классно провожу время. Лети, лети оттуда, лети, 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 лети. Фух. Чё, закончилась ночь? Да, закончилась ночь. Ну, это всего лишь пятая волна, одна ёлка и... Наверное, ничего полезного я себе
не выстрелил из них. Да? Ничего полезного не выстрелил. Печалька! Ну ничего. Сейчас проверю сундучки, может у меня еще есть крафтануть. Я посчитал, что моя морозная луна слишком быстро закончилась. Я даже не успел показать вам какого-то более-менее стоящего существа, из которого выпадает хороший дроп, вроде Санта-Клауса на гусеницах с пулеметом. Да-да, и такое тут есть. Так вот, я передислоцировался на другое место сражения, притащил мортиру, пушку и скрафтил снова прекрасный подарок для неудачников и вызываю. О-о-о. А с мелкотой я начну справляться сначала просто вот так вот их набуксовываю, вот так вот. Привет! Вот так вот, получай, гетти. Ладно. Или косой, или просто косой. О, они там жарятся. Классно. Кто-то хоть все-таки попался в мою ловушку. Для мобов. Они падают в лаву и не могут выпрыгнуть отсюда. Какая досада. Коса рулит тем, что она не подпускает к себе. А вот эта фигня наносит много урона, но... Да нет, фигня полная это. Перчатка големская. Надеюсь, ночь не закончится. Я смогу повеселиться как следует. Чего вы там делаете, ребятки? Для вас даже прудик стал большой проблемой. Придется вас там всех оприходовать. Я такой мистер-оприходователь. Ну сейчас уже подземелья нету подо мной. Ёлка там не застрянет? Не застрянет, надеюсь. Они падают, попадают в болото вот сюда, и все. И погибают там все. Так что всех этих... О, наконец, вторая волна. Вторая волна, да начнется сражение. И победит. Слабейший? Резвейший. Где? Ну где вы, а? Ну кота вы необыкновенная. О, наконец-то пришел. Пришел. Я сделаю вашу смерть быстрее. О, кто-то гонится за моим менчендайзером. Я не дам тебе его убить. О, наконец-то. Зомби, апокалипсис, конечно. Давайте. Я уже заждался. Тогда было 5 волн. Сейчас побью ли я этот рекорд? А? Будь... О, наконец-то. Наконец-то кто-то пришел ко мне. С гранатой на спине. Ха-ха. И умер. Ха-ха. Ой. Опять вы тут застряли. Грёные человечки. Какая бравурная музыка. Сразу хочется. О, кто-то уже поехал на колесе обозрения. А я тут чики-пуки, чики-пуки. Ну вот сейчас должна ель прийти. А? Ель. Ель, конечно, не университет. Есть такой университет, ель. Не в России, конечно. О, три-три. Три-три, двух сторон меня атакуют. Человечки. Та-дам-та-дам-та-дам. Та-да-дам-та-дам. Ну, это все какая-то фигня. Где елка? Ёлку убью, будет круто. Бульк. Бульк. Все, больше ты мне не нанесешь ни одного удара. Гном.
гном-ракетчик. Я видел, как убивают эти... Воу, вот и елочка. Привет, елочка. А у меня для тебя подарок. Вниз, вниз стреляй! Ух, мать, елка. Куда она упала? Она упала тоже в лаву, что ли? Отлично. Я видел, как убивают, я не закончил. Тем, что строят всякие спецловушки там, которые просто сами истребляют всех ребят. Но мне лень. Но все равно они не проходят 20 лун. Жало. Опа. Хоть одну убью я юху, сегодня будет круто так. Блин, ёлка ты какая, а? Где я? Come on, baby, let my fire. Какой-то подарок. Кушающий подарок! Кушающий подарок, уйди от меня! А тем временем я умираю. Интересно, мы медсестру кухнули? Медсестра, ты где? О, медсестра живая, пойду полечусь к ней, что ли? Привет, меня там убивают. Полечусь и у тебя. Спасибо! Где елка? Неужели я победил елку? Такого быть не может. А, нет, вот она. Или это новая? Нет, старая, новая. Или старая? Нет, я убью тебя, елочка! Гранатомет такой медленный немножко. Yes, I kill one, елка. Yeah, я уже больше сделал, чем в прошлый раз. Ти-ти, Дед Мороз приехал ко мне. С пулеметом на спине. Ху-ху! Где ты? Где ты? Где ты? Страшный пулемет. А, это вот эти чуваки стреляют! А я, у меня тоже есть для вас. Такая же фигня. Самонаводящаяся. Она закончилась. Ну и луна закончилась. Ну вот. Нет. Ага, елочка. Елочка, гори. Интересно, закончилось у меня уже? Да, по-моему, закончился Новый год у меня. Или нет? Давай, 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 елка, я тебя сейчас поймаю. Как я могу поймать елку? Yes, я поймал елку. И меня поймали. Все друг друга поймали. Happy New Year! Happy New Year, yeah! Интересно, еще продолжится ночь, когда я сейчас воскресну? Да, быстро к медсестре полечиться и... Вперед! Хи-хи! Ой, Янки зовут! Бум-бум-бум! Давай, 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 давай. Кто такой? Кто такой сикой прыгун? Вот такие вертолетики, они такие, блин, вертолетики. Вертолетики, эй! И елочка пришла. Елочка, горись. Сначала елочку, вертолетик. Ибо он самый печальный на этом белом свете. Ничего на свете лучше нету, чем в Рождество стрелять из крака базуки в лицо елочки. Запустить елочки в лицо ракетой. Все? Все, наступил день. Ну что, какая там? Шестая волна? Шестая волна, yes. Вот так вот. Вот так это выглядит. И еще представьте себе 15, 14.
It's unreal, it's unreal. Нереально это сделать одному. Подарок. Подарок. Человечек. Человечек, человечек, и ничего полезного. Ну вот. Прощальные слова, последние. Ну нет, это же не последние слова. Я же еще буду играть в Террарию, если выйдут новые обновления. И вот, в общем, все. Надеюсь, вы неплохо провели время. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. С вами был я, Антон. Пока.